Всем здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Лимон 9700, и сегодня мы будем играть в игру «Потерянные шахты». Это игра от разработчиков Doors, вот, это то есть продолжение, то есть как бы отдельный режим, вот. После прохождения, как бы это прохождение Doors, короче, часть 2, в общем. Итак, поехали. Я в эту игру пока что еще не играл, никаких видео не смотрел, поэтому мне самому довольно-таки интересно. Заварите чаек, доширачек, что-то еще по вашему вкусу и приятного просмотра. Итак, сейчас мы загрузимся. Ждем. Кто топает? Не надо. Ой-ой-ой, вот видите? Это продолжение. Рыгачевка. Да, новая рыгачевская душевка. Вот, как бы мы вспоминаем, что с нами было до этого. Так, мы упали. The Lost Mines. Что в переводе? Потерянные шахты. Так, что у нас есть? Что мы имеем? Мы имеем затопленное помещение. Наполовину, с которой, я понял, только течет вода. Которая с электричеством, я так понял. Кстати, ребят, если вы заметили, я поменял скин. Да, я купил скин. Да, надо, теперь все круто. Так, что мы здесь видим? Так, что-то... Что такое? Не понял. Не понял. А куда идти? О. О. Так, а это что такое? Ага. Сюда не могу. Так. Угу. О. Трэл? Еще. Ну, генератор, что мы с ним можем делать? Ничего с ним не можем делать. Обидненько. Что с ним посвятить? Так, я понял, мне надо найти эти штуки, только зачем? Так. Этот генератор можно взаимодействовать? Так. Здесь что еще есть? Какие-то бумажки. Так. О, а что такое? Это электричество, ё-моё. Так, а где еще взять? Может, здесь где-то? Нет, я не могу пройти. Значит, что-то упустил. Либо что-то я здесь не вижу, либо слепой просто. Так, ладно, давайте проверим все же. Так. Что-то синеньким подсвечивается. Что-то только что. Так, где-то здесь. А, это эхи, ё-моё, подсвечивается. Вот еще что-то синеньким подсвечивается. О! Вот, все, последний, ну, наконец. Я думаю, это будет проблемно. Ну ладно. Допустим. Надеюсь, вам все слышно, потому что если вам не слышно, это плохо. О! А, здесь каждый что ли надо нажимать? Я думаю, за один раз активировалось. О, все, power on. Еще открылось. Нет, убери осталось по-прежнему закрыто. А с этим можно теперь? Нет, не можем. Фиаско. Так, пойдемте проверим ту дверь. Ага. Она открылась. Так, это хорошо. Так. Пойдем сначала на второй сходим, а потом уже с первым. Потом уже сначала на первом. Угу. Завалено все. Так, тут... блин, не помешало бы. Тут тоже все закрыто. Ладно. О. Это что, ссылка на Brawl Stars? О май гэш. Ладно. Так. Какие-то доски, главное здесь не упасть. Так, а это что? Ага, а чем мне это резать? Так, ладно, пойдем вниз. Коробки, ничего не можем. Что-то пока что я не вижу никаких ящичков, там ни на кого напоминания о Дорсе, да? Да, тоже пройти не могу. Что, слишком жирный, что ли? Ага, кусачки. Круто. Может, здесь что-то еще есть? Нет, нету. Обидно.
Угу. Я так понял, этим надо резать, да? А что, два раза или три? Ага, понятно. Ножнички у меня пропали. Так, здесь что-то может есть? Нет. В мусорке? Ладно, нафиг. Ой-ой-ой. macOS, ё-моё, все дела. Туда-сюда. Так, еще один компьютер, у которого нету ни системника, ничего. Ладно. Это, кстати, монитор называется аквариумы. Кстати, еще раньше такие телевизоры были кинескопные, кто не знает. Ребят, небольшая такая пауза сейчас была. Я вот сейчас открыл дверь. Продолжаем. Так, о, опять ножнички. Так, ребят, сейчас секундочку. Мне кто-то что-то в Телеграм написал. Сейчас я прям гляну, прям секундочку. Отправил я им то, что мне не надо тревожить, когда я снимаю видео. Так, что здесь? Так. Угу. Понятно. Знаешь, ну то. Опа. Ну, погодите, а что там за двое? Ну, ее можно было поднять. Так. И можно? А, да, можно. Не понял. Не понял. И зачем? Типа. По кайфу? Здесь, по-моему, нифига нету. Я так понял. Так-с. Угу. Понял. Так, комната 101. Ой-ой-ой-ой-ой. Интересно, здесь раж будет? Или там, не знаю, пшик? Или как он там? Псык? Так, ну и начался Дорс, я так понял. Так, уже появились шкафчики. Я уже подумал, что появились и полочки. Опа. А, теперь здесь типа вот так еще будет. Нифига себе. О, так. О! Мне дали золото. О, мне дали фонарик. Спасибо. Я благодарен вам за это. Так, нам получается в люк. Так, ну, в принципе, кстати, здесь графика получше стала, нежели чем у Дорса. И это меня радует. Золотишечка еще плюсом. Так, комната 100... Чего нахер? Ничего не понял. Так, о. Угу. И как это? Угу. Понял. Все, я понял. Теперь с этой игрой все разобрался. Почему золото таким немного зеленоватым? Вот сейчас как будто манго недоспелая. Не понял. Мне дали какую-то ачивку. У меня очень мало хп. Конечно, нихера не понял, но очень интересно. Извиняюсь за мои выражения, извините за мой французский, но я все-таки не понял, что, мне, что сейчас произошло. Так, понятно. Фонаричек мне в помощь. Надеюсь, здесь будет метка, и я смогу восстановить себе хп. Карандаш, спасибо. Карандаш, спасибо. Где мне случайно дверку взять? Не по... Здорово, Васёк, я тебя давно не видел. Васёк мой. Так, отсюда я, по-моему, пришел, да? Или отсюда я пришел? Но 109-я дверь почему-то открыта. Ладно. Пойду туда. Фиг с ним. Нет, я здесь был, 100%. Угу. С него запутался. И куда дальше, типа, чапать мне? Туда? Типа, ладно. Типа, ок.
Да, я туда же пришел, да что ж такое-то? Куда мне вообще идти? Так, запись идет, все, окей. А куда? Какую жопу мировоздания мне надо? Я не понимаю, здесь ничего нету. Ё-моё, это что такое? Здесь нифига. Одним словом. Здесь вот есть только какая-то дверь, но она какая-то... Гениально! Мать моя! Да ну его нафиг. Ты кто? Я обосрался. О! Ну, наконец-то. Я думал, уже без этого жить будем. Не, не будем. Да и все. Ну и хорошо. Деньги. Деньги. Не знаю, зачем, но мне надо. А, это отдельные слитки. Нифига себе. Я думала, почему они похожи на манго? Может, так отсвечивает цвет? Нифига. Что-то подобного. Блин, мне бы сейчас хпшник восстановить. Было бы вообще замечательно. Я уже был на 7-м небе, отчасти. Ёпсуды. Что их так корёжит? Ну, наконец-то Бог услышал мои молитвы. Ура! Хотя бы чуть-чуть. Себе хпшник поднял. Так, а это зачем мне? Там, по-моему, дверь была. Ну, ладно. Пофиг. О! Еще один фонарик. Ладно. О, мне сюда, да? Ладно. Ну, заползай, давай. Это же подрыгательный аппарат. Так, золотишечка. Золотишечка. 119. Оп, туда. Новый, да? Интересненько. Довольно-таки. Звуки из Дорса, ну ничего удивительного. Не удивили, не удивили. Конечно, что это, конечно, за красный хер такая был, что у меня все хп снимает. Эти параш, что ли, меня в комнате запер? Фу, спасибо! Спасибо. Еще плюс хп. 120. Да иди ты нахер. Нахер он страшно стал. Тебе надо это, покраситься, а тут какой-то страшный. Так, нет, мне не туда. Да иди ты нахер. Задолбал уже. Спасибо. Еще хп. Ну, хотя бы хп уже восстановил, то хорошо. Почти. Почему здесь на некоторых комнатах так стены корёжат, не понимаю. Не то надо. Наверное. Не знаю. Так, так, так. Угу. 121-я дверь. Это, по-моему... Да, 123-я только. Блин, я испугался, думаю, это Windows XP. Раз, два, три, четыре. Всё, залезло. У меня постоянно потолок откидывает. Да иди ты нафиг. Летит, летит, летит. Хер волосатый. А ты чё, прикал? Ты ровлишь? Мне ачивку за что-то дали, только я не понял, за что. Так. И что дальше? Блин, всех звуков уже в этой игре боюсь. Потому что любой звук меня может нахер прикончить. А зачем? Мне туда. Как-то мне надо вообще куда-то какую-то жопу негра ползти. Я не знаю, куда-то.
Вот здесь нигде никаких люков типа нету. Ну, как бы. Так, это просто пропасть. Понятно. Ах, вы ж крысы. Запихнули его в самую жопу негра. Понял, принял, обработал. Так, золотишечка, моя любименькая. Здесь все закрыто. О, золотишечка, спасибо. Обожаю, что здесь все сильно подсвечивается, когда ты не знаешь, как, какую жопу тебе не грызть. Так. Интересно, здесь Раш может в, ну, в люке залезать? Надо потом будет проверить. Нет, здесь нельзя пройти. Обидно. Обидно, обидно. Так. Угу. Фонаричек. Ты чё, рофлишь? Я думаю, этого тичера уже не будет в моей жизни. Давайте я буду какой. Да это шутка. На 52 буквы. Опять этот хер красный. Все лампы поломал. Мы же миллионеры, ломать сколько хочешь. Я буду ему валерьяночкой дать, а то он что-то совсем уж кровит. Как сосед в первой моей серии, когда я... Когда я только начал снимать. Наверное, мое второе видео, по-моему, это. Да ну пошёл ты нахер! Это что за фонг из 90-х? Бляха! Нет, 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 нет! Бляха, я не знаю, куда мне, в какую залку. Вы чё, больные? Я обосрался, капец. Чё за херота? Ух, нихера себе. Биту, стик и си. Не знаю, что это значит. He's back stronger than before. Кто знает, напишите, пожалуйста, комментарии. Я в воде. Теперь ноги трясутся, капец. Ну, короче, я как говно плаваю теперь в воде. Понятно. В общем, дорогие друзья, это была первая часть. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Лимон9700. И надеюсь больше не пропадать с канала, потому что у меня просто не получается снимать. Объясняю, почему. Началась школа, началась домашка, началась полная задница. Я думаю, скоро времени начать снимать анимацию. Как думаете, хорошая ли эта идея? Если да, то поддержите меня, пожалуйста, лайком и напишите комментарий. #хочу анимацию. Вот. Все, всем удачи, всем пока-пока.